Всем приветики. Я все с этими штучками. Ой, как вздыхает ребенок-то. Ой, как вздыхает. Мама тут воняет, то мороженое ест, то еще что-то ему бедному ничего не дает. Да? А? Что ж, скажи, такое-то? Плюш, да? Пожалуйся. Тебя любят там, пожалуйся. Скажи, мама мне вкусняшки не дает. Скажи, я сегодня кефир попил, кашу поел с мясом, рубец поел, хрустиков сушеных поел, которые сушила для него легкая. Вот. Скажи, все голодный. Да, еще бы, скажи, ведерко слопал. Да. Все, спи. Вот, правильно. Надо, чтобы жирок завязывался, плюш. А у нас тут курочка, девочки. Ой, глаз маленько грязный, простите, пожалуйста. Сейчас. Ой, что-то... У меня штатив сломался, я уже вам говорила. Я вас держу руками. Готовую курочку взяла, филешечку, уже в маринаде. Мегаторговскую. А что я вам не показала? Сейчас обжарю. И на ужин будет нам вкусненько. Что я вам не показала? Я вам даже сегодня распаковку из магазина не показала. Потому что я устала. Я была сегодня в гараже. Упаковывала мох. Резала кору. С утра мы еще с вами собирали кору и мох. Вот. Мартюш, что ты прибежал? Что ты прибежал? А? Это грибы сушеные лежат на отправку девочкам. Вот. А, вот. Вот такой. А, у вас зеркальное отражение, девоньки. Ну, короче, вот такой мегаторг. Потому что камера с другой стороны. Купила пельмешков сегодня опять вкусненьких. 2-3 мегаторга вот таких купила. Что еще купила? Ну, в общем, так, по мелочам. А, пирожки там только привезли в магазине в этом у девчат. Тоже не смогла себе отказать. Мне некогда печь, а пирожков хочется. Потом, что еще? Сейчас покажу. А, колбаски взяла, сметаны взяла, девочки, как давно не брала, мне ж в магазин-то некогда ездить. Сейчас мы с вами будем со сметанкой кушать. Вкусно нам будет. Вон, дочь уже отрезала. Ой, молочное стародворье. Так мне нравятся вот эти колбаски. Сегодня по акции у девчат там было, я урвала. Вот, там у нас картошечка есть. Грибочки маринованные, боровые, чуть-чуть остались. Сейчас покушаю, с вами поболтаю, пойду мыться. Я вся в мхе, вся в пыли, вся грязная. Пипец. Так, курочка пусть жарится. А мне надо... Хочу лисички перемолоть. Леш, подождать. Леш, перемолоть. Сейчас перемолю, в общем, вам покажу, сколько у меня получилось. Как я без вас-то? Вообще никак. У меня свет плохой. У меня лампочка одна перегорела. А мне некогда в магазин ехать. То дочь спрашивает, мам, когда лисички перемолишь? Конечно, в этой было бы лучше, в кофемолке. У меня ее нету. Сейчас перемолю и вам покажу, а то это будет сильно вам шумно. Так, лисички перемалывать будем завтра.
в этом моем блендере, или как он там, не перемалывается. Вот. А где мне взять? Сейчас я их поставлю еще прям, чтобы вообще прям сильно сухие были. И тогда перемолится. Да? Да. Не так сухие. Ну вот, значит, надо их еще сильнее подсушить. У меня нет кофе, этой кофемолки. А плохо. Ну, ладно. Завтра сделаем. Вкусняху-то вам так и не показала. Так жарко у нас сегодня. Вообще не знаю, что там я завтра найду. Но я поеду очень рано. В 3 встану. И полечу. Чтобы пораньше домой вернуться. Ой. И чтобы по жаре там не лазить. Надеюсь, наши грибы вырастут сегодня ночью. Их червяки не съедят. Угу. Буду брать только чистый. Буду вырезать все. Прям в лесу. Когда они были чистые. А сейчас началось тепло и все. И хана. Так, помыться хочу. Прям не могу. Очень редко я беру вот такую штуку. Ну, девчонки в магазине сегодня соблазнили. Икнула. Только привезли, бери. Не зря они свой хлеб едят, молодцы. Могут уговаривать. А что я сметану достала? Ее есть не с чем сегодня. Угу. Угу. Накладываем и кушаем. В общем, девчули, с корой разобралась, с мхом разобралась. Все расфасовала по пакетам. Это у меня заготовки на зиму. И все, оно осталось у меня там все в гараже. Даже хлеб поставить некогда, печь, представляете? Ой, а, грибочки, грибочки. Дочь, грибуешь грибочки? А я буду. Очень вкусно. Маленький кусочек хлеба. Всем приятного аппетита. Горячие девочки. А кушать хочется. Может, молочка налить? Да. Молочка надо. Села. Молочко. Мне, кстати, лихорадка вылезла. Прям вот здесь посередине. Она вроде не видна, но я ее очень хорошо чувствую. Зараза. Ручка вкусная. Молока попила и вроде есть не хочу. Как так? Сейчас опять напишут. Грибы, молоко. Ничего в этом такого нет.
Я любила козье молоко, когда маленькая была. К бабушке приедешь. Точнее, бабушка. На все каникулы меня всегда забирала. К себе. В Шую. На Вшую жила. Вот. И всегда у одной и той же тетеньки покупала козье молоко для меня. Вкусное было какое. Бабуля ходила вечером, как она только подоит. И парное сразу я пила. А еще, смотрю, много девочек пишет. Я из Сибири. Я из Сибири. Девчат, я тоже из Сибири. Я там родилась. Я там, ну, практически не жила. Я там только родилась. Но я из Сибири. Кемеровская область. Город Новокузнецк. Лучок вкусный. А так маленькая в Узбекистане жила. Ну, родители возили. И не жалею, что они привезли сюда. Хотя по Узбекистану, по Заравшану, до сих пор вспоминаю, как там было красиво. Раньше. Много лет назад. Хоть поужинать с вами. А то все бегом, бегом. Девочки, кто грибы заказывает в ВК, в очередь становятся. Будьте добры заходить туда и проверять каждый день сообщения. Можно два раза в день, утром и вечером. Но лучше вечером. Потому что утром я этим не занимаюсь. Вот одна девочка пропустила свою очередь, потому что больше суток не заходила в ВК. А, еще грибы сегодня расфасовала. Сушеные. Я не знаю, сорти, наверное, больше не будет, я так думаю. Я, конечно, съезжу за подосиновиками. На днях. Ну, не знаю. Уже они так массово не идут у нас. Осенью. Теперь только. Ну, а что тут сейчас осталось-то, да? Вот уже август скоро. Офигеть. Лето пролетело, и как будто его и не было. Помните, я вам говорил, у меня сна нету.
Как начались грибы, у меня сон есть. Я могу лечь в 9 часов спать и уснуть. Я, конечно, 9 никогда не ложусь. Но все равно рано ложусь. И засыпаю. Все. Это стул скрипит, не подумайте. Ничего плохого. Нога на стуле лежит и скатилась. Ножки-то болят. Ой. Наелась. Какая-то молодая картошка не очень вкусная. Я вообще картошку люблю. Но вот эту мы второй день доесть не можем. Какая-то неаппетитная она. Спасибо, что со мной покушали. А то девочки пишут, когда мукбанг, когда мукбанг. Ну что вы так, я не знаю, прям голодаете. У меня сил нет, девчат. Вот сидеть перед вами вот с такой вот физиономией, чтобы вы загрустили. И так с такой сижу, и так стараюсь улыбаться. Нет, я сегодня не так сильно устаю. Ну, устаю каждый день. Не я устаю, ноги устают. Ноги предатели. Угу. У меня мама всю жизнь с ногами мучилась. Так что мама мне передала не только свой облик, но еще и свои болячки. И сел. А, время. Я в шоке. Это надо ж так. Вот время без 15:08. Он уже сидит вокруг нее. Мне не понравилось мясо. Мясо не понравилось? Mm-mm. Почему? Невкусно. Ты не съела? Mm-mm. Ёпарасы, ты что? А тебе вообще какое-то мясо вкусно? Нет. Ну, а нафига ты тогда это? Я больше покупать не буду. Так я так узнала, зачем ты купила 3 пачки таких. Не знаю, вкусно или невкусно. Ну, мне понравилось. Мне не понравилось. Тебе маринад, может, не понравился? Можешь суп из него сварить? Промыть его, смыть с него маринад и суп сварить? Нет. Куриный. Мясо самое вкусное, я сказала, это масло. Много масла. Вообще перестала есть мясо. Вообще не ест. Хоть колбасу из туалетной бумаги ест, и то хорошо. Зачем я ей сказала, сейчас услышит и колбасу не будет есть. Чем сытая? Всякими чипсами, мипсами, шмипсами. Так, это надо убрать. Завтра можешь взять с собой кусочек. Когда беру, не хочу есть. Да, Мартюш? Все. Ладно, мои хорошки. Не скучайте, не грустите. Завтра едем в лес. Рано. Так что ложитесь спать, чтобы не проспать. Надо. Просто надо. Но мне это нравится. Помимо надо, мне это очень-очень нравится. Я там живу, я там дышу. Я там чувствую себя как дома. Мне там уютно.
Не болели бы ноги, я бы... Я вот в том году, в позатом году, я по два раза могла в день ездить в лес. Мог собирать, кору собирать по два раза. В этом году нет. Сколько раз порывалась, приеду. Я же приезжаю, чаю глотнула. И, а то бывает даже и чаю не глотну. Сначала грибы мою, ставлю их, потом сяду 5 минут чаю попью. И начинаю уже попила чай, начинаю быстро их чикать, резать и в сушилку. Вот. И вот пока дорезаю, говорю, блин, сейчас рвану еще. А потом сама себе говорю, а куда? Тебе сушить больше негде это, во-первых. Во-вторых, глазами хочу, мозгами хочу. А ногами-то я больше не дойду никуда. С машины собирать нельзя, а. Я иной раз даже на педаль нажимать-то не могу, насколько ноги болят. Чего с ногами? Так рано они болят. Может, не рано, может, так надо. Ой, если честно, я даже не знаю, сколько мне лет. Я всегда у дочки спрашиваю, если мне интересно. Она знает, а я нет. 18? Ё-моё. Третий раз. Ладно, мои хорошенькие, не скучайте, не грустите. Угу. Не унывайте и не сдавайтесь, чтобы не было. Ноги болят, встали и пошли через боль. Надо выпить таблеточку от ног. Сейчас выпью. Ой, девчатки, не спрашивайте, какие пью таблетки. Потому что, ну, это у каждого все индивидуально. Я не скажу, что мне они сильно помогают. Но помогают. Чуть-чуть. Не хочу вставать сейчас. Может, как-нибудь, если вам интересно, в следующем видео покажу в каком-нибудь мукбанге, если не забуду. Вот. Ну, а так это все настолько индивидуально. Вчера Натулька в этом... В сообщество в ВК у нас там... В ВК есть сообщество «Мирок Орхидей». И там есть болталки. И вот она вчера там... Глаза чешутся, надо выпить еще против аллергии. Мох-то поделала. Хотя я была какое-то время в этих в очках, потом сняла, потому что жарко, и они потеют. Я ничего не вижу. Капаю глаза, пью таблетки от ног, от глаз. И ложусь спать. Ой, ладно, мои хорошки, еще вам видео выложу. А, еще помыться же мне надо, я забыла. Ё-моё, а то скоро... Да что здесь? А, это отсвечивает. Думала, уже грязь корочкой. Вот. Да, скоро буду вот ножом вот так пошкрябала и все. Люблю вас, целую. Всем пока-пока.